Размазали по льду, хоккейный Алтай оказался уничтожен гостями из Чебоксар. Такой счет даже стыдно произносить — 1-6. Размочить унылый ноль на табло удалось лишь после того, как из динамиков заиграла знаменитая Аргентина-Ямайка. Единственную шайбу в составе хозяев записал на свой счет нападающий Павел Попов. Сейчас Алтай расположился ровно в середине турнирной таблицы, на 5-й позиции из 9. В эти минуты команда Андрея Соловьева пытается взять реванш. Напомним, эта серия встреч могла и вовсе пройти без зрителей. Правоохранители Барнаула организовали проверку, по итогам которой оказалось, что Карандин-арена не готова к отражению террористов. Все решилось благополучно. Руководство ледового дворца экстренно закупило и установило необходимое оборудование.